с ощущением того, что произошло в Ипатьевом доме в день расстрела. Вот Ипатьевский дом опустел, и святых страстотерпцев не стало, только груда расстрелянных тел, крови пролитой в доме немало. А Россия отныне пойдет по дороге суровой и строгой, надлежит еще выдержать гнет, что проникнут немалой тревогой. И хотя вспоминала она управление по принципам неба, но в объятиях ужасного сна не хватало насущного хлеба. Бездыханны страдальцев тела, здесь разводы из крови на стенах. Нету более дикого зла, чем в родного народа изменах. Дом звенит, как напад, тишиной, но не той, что в ныне приходит, а мучительной древней виной. Все не так и не то происходит. Вдруг Ипатьевский дом опустел, а за ним опустела Россия. Будет жалок отчизны удел, если ран не коснется Мессия. Это вот ощущение того, что какой-то какой-то страшной трагедии того, что произошло, с молитвенной надеждой, что это будет